Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi Redmi Note 9S, и сейчас я покажу вам, как перейти в режим Recovery. Итак, для начала мы отключаем наш телефон. После чего, после полного отключения, зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. И попадаем в режим Recovery. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.